первый раз, так как солнце там еще долго, еще нам свет нужен, чтобы снять осеннюю горную рябинку. Я не знаю, уж осенняя тут непонятно, вроде там уже листья облетели, тут еще зеленые. Где это золотая осень? Наша задача — золото, золото, много золота. Темно сделалось. Вот. И первый раз в жизни, ребята, я еду на арматурный завод. Вот он. Ну, уезжай дальше там. Первый раз в жизни, вы представляете, я прожил в Каменногорске 56 лет. Я по этой дороге еду вообще первый раз в жизни. Ну, в принципе, да, логично, кто-то скажет, смысл тут тебе был появляться. Я даже не знал, что такие огромные, смотрите, здания. Да. А у мамы здесь, ой, мамы, у Наташи здесь мама работала. Мама работала здесь, Наташа, да? Вы представляете? А выпускают они что, запорную арматуру? Ну да, какие-то задвижки, сейчас не знаю. Вот оно действительно, ну вот хоть раз в жизни побывать на арматурном заводе. Сейчас еще вот сюда проедем. Вот тут, по-моему, конечная была автобуса. Тогда получается, эта дорога куда уходит? Эта дорога уходит на объездную? Ой, я не знаю, куда она уходит. Наша задача сегодня была встретить восход. Ну, как-то он у нас такой спонтанный получился, не настоящий. Ну, в городе его очень сложно, надо выезжать за город все-таки. Мы чуть-чуть не успели. Это уже попытка номер два. Так, это тоже, да. На производственные какие-то штуки дорожка. Это куда дорожка? Вот это что написано? Завод? Стальных конструкций. Чё? Ну говори, не бойся, а то она боится теперь. Раньше она тоже декламировала. Там заброшки, да, скорее всего? Похоже. Чё ты хочешь сказать? Я говорю, 2 минуты уже. А, 2 минуты.